Капитан Кенвей, есть что для меня? Я знаю, где сейчас тамплиер Вудс Роджерс. Он на политическом приеме, так что без шума. Говорят, король отзывает Роджерса обратно в Лондон. Да, он недоволен успехами в Нассау. Ведь пираторы ищут повсюду, как говорят. Нужна личина, чтобы обмануть тупиц на приеме. Предлагаю Ругьеру Ферраро, дипломата. Он давно в наших списках. Я понял. Отправите это в Англию. Да, завтра же. Каролайн Скотт Кенвей, Хокинс Лейн, Бристоль. Объясни, почему ты не уважаешь моряков, что лишь пытаются выжить в этом мире? Тебе не понять мои мотивы, кретин. Ты занимаешься одним, уничтожаешь все, что прославляет нашу цивилизацию. Но я понимаю. Я видел обсерваторию. Я знаю ее силу. Тебе же обсерватория нужна только для шантажа и шпионажа. Да. И все это ради великой цели. Торжество правосудия. Найти правду, уничтожить ложь. В мире никому не нужна эта сила. Но ты дал Робертсу ей воспользоваться. Нет. Я отниму ее. Если скажешь, где он, остановлю его. На острие клинка я, наконец, нашел в тебе друга. Принципи, ты безумец. Наши говорят, принципи. Готово. Куда мы? Собирай свои вещи, мы плывем в Африку.